КМБ премиум, мне кажется, очень логичный шаг в развитии проекта ребят. Почему я его считаю логичным? Потому что за эти годы уже кристаллизовалась определенная масса предпринимателей, которые уже чего-то добились, уже что-то умеют. И я думаю, что главное, две функции будут выполнены этим проектом, очень нужные нашему рынку. Первое — это тот факт, что люди будут делиться опытом. Как, допустим, сегодня я просто рассказал коллегам свой опыт работы со стороны того, кто исполняет определенные услуги. И это был тот редкий случай, когда я могу обратиться к заказчикам и указать на некоторые вещи. То есть, с одной стороны, это обмен опытом, но с другой стороны, то, что для меня еще более важно, это возможные бизнес-связи в будущем.